Доброго времени суток, уважаемые любители рестлинга. Мы продолжаем шоу NSW. И на очереди у нас выход генерального менеджера Евгения Медведева. Дружище, как ты думаешь, что же нам сообщит руководитель промоушена? Не знаю, но у нас уже было два матча, два отличных поединка. Может быть, по исходу их что-то надумал Евгений Медведев? Или по сегменту с фокусником и свайпом? Ну, в любом случае, Евгений Медведев уже после того судьбоносного матча в битве на Неве полностью взял бразды правления в свои руки и ведет шоу к определенному курсу. И интересно наблюдать за тем же, что же нового придумал этот могущественный человек. Итак, дамы и господа, добро пожаловать на шоу NSW. Первое шоу в году. Меня зовут Евгений Медведев, я являюсь генеральным менеджером NSW. Что? Итак, как вы могли уже знать, а скорее всего вы ничего не знаете, в апреле состоится крупнейшее шоу NSW в году. Ультиматум. Что? А там фокусник. На этом шоу состоится масштабное, грандиознейшее королевская битва из 30 участников. Давайте попробуем. Помимо королевской битвы, на шоу будет множество сюрпризов. Будут иностранные гости. И шоу пройдет именно так, как я захочу. Что? К слову о том, что я хочу. Что? Как вы могли знать? Что? Из предыдущих шоу. Что? Командная чемпионка предстоит защищаться перед Вегасом и Рино. Они заслужили право биться за команду чемпионства. Но ввиду последних обстоятельств, ввиду тяжелых обстоятельств, команда Security лишается права биться за командное чемпионство NSW. Так, у нас не будет матча за командное чемпионство NSW. Но что у нас у всех будет? Так это новый чемпион NSW. Я вам гарантирую, что Акела потеряет свой титул, и мы все узнаем имя нового чемпиона уже сегодня. Я знаю уже имя этого чемпиона, но вы узнаете его чуть позже. Поэтому встречайте. Первый участник трехстороннего матча Ронни Кримсон. Вот так вот, дорогие друзья, внес большую интригу Евгений Медведев и анонсировал трехсторонний поединок за первое претендентство на главный чемпионство NSW, первый участник которого выходит прямо сейчас, и это Ронни Кримсон. Да, Ярослав Кисимородок поднимается на ринг, и напомню, что у него еще будет два соперника. Один из них это Константин Лопатка, а другой Шаман. И, конечно, нельзя пройти мимо объявления того, что в апреле пройдет шоу «Ультиматум», на котором будет феерическая, грандиозная королевская битва из 30 человек, а также приглашенные заграничные рестлеры. Дорогие друзья, обязательно приходите, мы вас там все ждем. Ну и напомню, что один уже есть, товарищ. Да, абсолютно верно. Следующий участник матча – Шаман. Вот звучит музыка одного из самых загадочных рестлеров в России. Мне кажется, Шаман давно окружил себя аурой загадочности и таинственности. Вот выходит он в сопровождении очаровательной руны. Да, что-то злобное и опасное он кричит на своем наречии, диалекте. Я думаю, его противникам сегодня не поздоровится. Константина Лопатки, который совершает свое долгожданное возвращение в Санкт-Петербург, в NSW. Не смог он присутствовать на прошлом шоу, и вот, наконец-то, доехал он до нас, и сегодня попытается стать первым претендентом на главный титул NSW. Да, и зная его способности, он вполне возможно станет им. Но что, также да? Есть все шансы и у Ронни Кримсона с его опытом, ну и у молодого Шамана. Да, все трое рестлеров титулованные, имеют уже определенные заслуги за плечами.
Двоих можно смело назвать вообще легендами отечественного рестлинга, так что нас ожидает крайне любопытное и интересное действие. Да, у нас осталось несколько мгновений до начала поединка. Сейчас судья всех успокоит, насколько это возможно. И все, звучит гонг, и, конечно, сразу же Ронни Кримсон, лопатка сходится, смотрит друг на друга, и понеслась. Да, Саша, два старых знакомых из НФФ встретились. Шаман попытался вмешаться, но получил серию ударов в голову. Ну и Кримсон тоже вломил лопатки. Да, не стал долго Ронни заставлять себя ждать, и вот проводит армдрак, реверсирует. В общем, действие у нас пошло по полной программе. Да, покрутил он еще лопатку. Отлично, хурикан рана и раскидывает сейчас он шамана. Но шаман отвечает отличным европейским апперкотом. Ну, чтобы повторить это на лопатке. Ух, спиннинг хилкик. Ну вот он, представитель NSW показывает, кто должен быть претендентом на этот титул. Прикрепляя свои слова еще отличным боевым кличем. Какой отличный сплэш в угол сразу на двух соперников. И что? Выход на катер фирменный? Нет, не получилось. И сейчас лопатка дает ответочку и отлично проводит DDT. Да, познакомил лицо соперника и с коленом, и с рингом. Да, но я, конечно, думаю, что лицо шамана прекрасно знает этот ринг. Все-таки он выступает при родной публике на родной арене. Но посмотри, что делает лопатка. Он понимает, что нет дисквалификации в матче тройной угрозы и надавливает на глаза сейчас Ронни Кримсона. Да, и удары такие ногой прямо в голову. Добивает своего соперника. Да, лопатка смог добиться преимущества в матче благодаря подлым действием, но судье приходится закрывать на все это глаза, потому что у нас матч без дисквалификаций. Да, тем временем на обороне лопатка вместе с шаманом борется. Да, и отличный дропкик от Ронни Кримсона сразу же двоим прилетает. Ну смотри, рестлерам хоть бы хны, они там продолжают за пределами ринга мутузить друг друга. И планча от Ронни Кримсона, может быть, она как-то остудит сейчас пыл двух оппонентов. Да, я посмотрю, как фанаты поддерживают Ронни Кримсона. Действующий командный чемпион НФР находится у нас явно в ударе. Он раскидывает сейчас соперника. Попытка торнадо DDT провести. Но нет, не получается. И ой-ой-ой, какой реверс. Да, головой в стойку впечатывается Ронни Кримсон и, по всей видимости, на некоторое время выбывает из матча. А тем временем лопатка перешел и к шаману. Два удара, даже третий. Принимает голова шамана. Вот видно руну. Мне кажется, сейчас она крайне сильно переживает за своего напарника. И, конечно, шаману приходится сейчас очень непросто. Ну что, выход на DDT? Да. И посмотри, что делает Ронни Кримсон. Сбивает дропкиком лопатку, но при этом и шаману тоже досталось. Да, есть такой термин — задело по касательной. Раз, два, но только до двух. Шаману, конечно, просто не повезло, он стал заложником обстоятельств и отличного захвата со стороны Константина лопатки. Ну что, тем временем пытка вытянуть свой фирменный прием, но нет. Да, раскидывает отличная сейчас бомба. Ронни Кримсона, бомбу проводит шаман. И лопатка попытался на килл-свич выйти, но не получилось. И катер от шамана. Удержание, раз, два. Ронни Кримсон разбивает он это удержание. Да, у нас пока не решилась судьба первого претендента на титул NSW, которым сейчас владеет Руслан Акела Ангелов. Ставки высокие. Вот сейчас Ронни Кримсон уже решил помериться в кулачном бою сразу же с двумя соперниками. Но нарывается на командный прием от шамана и лопатки. Лицом впечатывается ярославский самородок в пол. И лопатку в это время шамана захватывает в кроссфейс. Да, недолго они были командой. Ну что же предпринят Ронни? На него сейчас никто не обращает внимания. А вот он берет и делает захват лодыжки убойный. Да, энкл лок. Ты посмотри, мне кажется, он сейчас сломает просто Константину ногу, и шаман разбивает все это в их канале, но эти были крайне мучительные секунды для всех рестлеров. Да, и
что у нас? Попытка снова Клемсона провести свой финишный прием, но нет. Да. Выход на очередной катер. Тоже не получается. Да, реверс идет за реверсом. Рестлеры не дают друг другу провести никаких из любимых приемов, и никто не хочет проигрывать сегодня. Black Hole Slam в исполнении Шамана. Раз, два. И вырывается Ронни Кримсон в последнее мгновение. Да, поднимается Шаман и показывает, что он собирается упасть сейчас всем телом на Кримсон, но не получается. Промахивается сейчас сплэшем Шаман. Ронни Кримсон в очередной раз смог зареверсировать прием. И сам сейчас атакует он представителя северных народов нашей страны. Еще кэннонбол добавляет. Да, просто впечатывает сейчас Шамана. И удержание. Раз, два. Но только до двух. Да, у нас матч немножко превратился в одиночный. Настолько сильно отпинали рестлера Константина лопатку, что у него просто нет сил вернуться на ринг. Да, и, конечно, смотрим, что будет дальше. Сейчас Шаман вновь открыл себе уже, наверное, 25-е дыхание. И оно быстро сбивается немецким суплексом. Да, Ронни Кримсон показывает, что он, именно он хочет стать первым претендентом на этот титул. И что? Да, некбрейкер с подсечкой, удержание, раз, два. Но вернувшаяся лопатка разбивает это удержание. И что, что задумал Константин? Посмотрим, кого же, на кого он будет принимать свою атаку. Попытка выйти на килл-свич не получается, отталкивает Ронни Кримсон. Попытка суплекса и удар ниже пояса. Батюшки мои, что ж творится-то? Да, как все звенит и болит сейчас у Кримсона. Так же, как и голова Шамана после выключателя. Раз, два, три, это победа. Да, друзья, у нас есть первый претендент на титул NSW. Рано или поздно Константин Лопатка встретится с Русланом Акелой Энгелом. Да, смог он одолеть двух своих соперников и победил после килл-свича. Ну что же, дорогие друзья, таким получился этот поединок. Смотрите NSW. Для вас отработали этот матч Валентин Мурко и Эдуард Фраер. Пока-пока. До новых встреч, друзья.